Всем привет! Меня зовут Ольга Соколова. Сегодня я хотела вам показать, как мы делаем заказы на сайте компании Oriflame. Итак, заходим. Набираем свой номер. Пароль. И осуществляем ввод. Зашли в личный кабинет. Смотрите, заказы можно сделать несколькими методами. Первый метод — это через каталог. Вот здесь влево, да, окошечко такое, каталог, посмотреть. Листаем каталог, выбираем то, что актуально нам сегодня. В самом низу есть кнопка «Купить». Сейчас мы на нее нажмем. Немножечко сайт прогрузится. Открывается тот ассортимент, который на страничке в каталоге. И вот, например, возьмем бальзам. Да, вот такой вот замечательный бальзам. Есть BB бальзам для губ The One. Нажимаем на него и переносится на описание продукта. То есть здесь можно даже прочитать, что это многофункциональный BB-бальзам, придает губам сияние, смягчает, защищает и разглаживает кожу, снимает шелушение кожи губ и делает менее заметными морщинки, вызванные сухостью кожи. Увлажняющий эффект сохраняется до 24 часов. Восстанавливающая формула содержит питательное масло, зародыши пшеницы и экстракт алоэ. И можно здесь выбрать количество. Два, три, да. Мы выберем один и добавить в корзину. Давайте добавим в корзину. И посмотрим, что у нас теперь лежит в корзине. Я уже здесь накидала некоторые средства. А вот посмотрите, в корзине у нас появился наш бальзам, да, который мы выбрали. Вот. Можно также и в корзине посмотреть его описание, еще раз почитать. Давайте вернемся назад к своей корзинке. Я уже здесь накидала некоторые средства, которые нужны мне или у меня заказали мои родные, да, или соседи, клиенты. Смотрите, другой метод, как делать заказы, это быстрый заказ. Если вы знаете код продукта, ну, например, возьмем туалетную воду, мини-туалетная вода есть, 32571. Или в каталоге, в таком, не в электронном, а в бумажном варианте вы посмотрели. И можно здесь просто через быстрый заказ ввести код, обязательно количество, и у вас появляется продукт. И также добавляем в корзину. Я его не буду добавлять, потому что он не актуален сейчас для меня. Опять-таки заходим в корзину, да, и просматриваем этот продукт. Еще один метод — это через разделы. То есть, если вы еще не совсем знаете ассортимент компании Oriflame, то тогда можно, ну, присмотреть для себя. Если вам, например, нужен аромат, вот, заходите в раздел «Ароматы для мужчин». Или для женщин. Для мужчин в подарок. Или для себя. Для женщин.
тоже для себя, да, или в подарок. И вы выбираете, смотрите, можно здесь также посмотреть описание и добавить в корзину. Как это делается? Вот на любой, например, нажимаем. Единственное, что бывают ароматы вот здесь, в этих разделах, которые не представлены в каталогах, да, то есть в каталоге идет в каталоге идут товары, на которых предоставляются большие скидки и разные программы, в которых можно поучаствовать и сэкономить. Ну вот, например, такой аромат. Если ты сделал заказ на 990 рублей из каталога 1-2016, закажи на 490 рублей из текущего каталога и получи скидку 50%. То есть это в каталоге идут вот такие вот дополнительные скидки. Поэтому лучше смотрите с каталога, всегда делайте заказы, участвуйте в дополнительных скидках. Так как у меня уже набросано уже то, что мне нужно, я уже посмотрела. Сейчас уберу этот бальзамчик, потому что он у меня еще есть, не закончился. Так, вот это мыло. Вот, то есть, если у вас что-то вы добавили неправильно, да, то здесь можно подкорректировать. Вот так вот убрать, или здесь вот добавить еще одно количество. 1, 2. Вот мы уберем, мне не надо. Если вы хотите отказаться от каталогов, которые вам вложатся автоматически, 5 каталогов вкладываются, то вот здесь вот напишите «добавить больше продуктов» или «через быстрый заказ» можно это сделать. Внесите код 90120, количество 1, и вот здесь обязательно нажать на «добавить в корзину». «Добавить в корзину». У вас добавится отмена льготного каталога, и каталоги в деталях заказах не будут отображаться. Вот мы сейчас посмотрим. Если перейдем дальше, продолжить, да, вся дистрибьюторская цена и предложение смотрите всегда в деталях заказа. То есть корзина — это просто накидали вы туда тот товар, который вы хотите взять. Обязательно смотрите лучшие предложения, тут специально для вас, где можно еще в каких акциях поучаствовать и сэкономить. Твоя весна. Приобретай наборы лучших продуктов Oriflame по невероятно выгодным ценам, узнай условия акции, подробнее читайте здесь. И вот можно нажать и перейти по ссылке, по кликабельной, почитать информацию. Дальше, эксклюзивная скидка вот у меня есть, 50% только для премьер-клуба. Я, конечно же, ей хочу воспользоваться. Вот, посмотрите, отмена льготного каталога у нас есть, да, и не включились каталоги сюда, не включились. Но я этот код уберу, скорее всего, потому что каталоги никогда мне не помешают. Я их раздам своим знакомым, друзьям. Вот. Убираем и корректируем, да, так. Нажимаю «Продолжить». Воспользуемся скидочкой. Я хочу взять себе батончики шоколадные. 25385, код, количество 1. Вот здесь вот нажмем. Сначала посмотрим, доступно ли для заказа. Да, доступно. И нажимаем на «добавить в заказ». Ребят, когда вот так вот остается, да, «добавить в заказ», значит, сайт еще немножечко не проработал, потому что вот обратите внимание, сюда мои батончики не сели. Значит, надо несколько раз сделать, да, чтобы батончики сели вот сюда, вот ваши продукты, потому что вот здесь вот не добавить заказ должно быть, а внести изменения. Вот когда написано, значит, они сядут. Пока нажимаем.
Вот сейчас появились внести изменения, да, то есть мой продукт должен уже сесть в заказ. Давайте посмотрим. Так, он пока не сядет, пока мы не пересчитаем. Вот здесь вот есть кнопочка «Пересчитать заказ», видите? Вот, теперь просматриваю. Все, мои батончики сели, вот они со скидкой, видите, идут 416 рублей всего. А так они стоят 800, вот половину получается, да? Так, и просматриваю, все ли у меня село, всеми ли предложениями я воспользовалась. Вы тоже так же посмотрите, чтобы вам было как можно выгоднее. Вот я, например, взяла два набора Nord мужских, потому что сейчас мужские праздники будут, еще день рождения у мужа, шепотом вам говорю. Туалетную воду вот ему GG Man заказала, да. Вот оно здесь вот, видите, отображается как бесплатно, но на самом деле оно вот, и вот здесь садится, видите, 759, вот здесь расписывается дополнительно к вашему заказу идет. Также и пена для бритья, бальзамы вот в количестве 2-2-2. То есть все вроде бы село. Ну вот, 150 моих баллов. А часть погашается с заработанных денег. Часть я сама, конечно же, заплачу. Да, ну плюс еще доставка обязательно. Вот здесь у кого первый раз доставку нужно будет оформить, правильно все поставить, да, город. Вот у меня, например, я живу в городе Набережной Челны, я пишу главный город, город Казань. Потом вот здесь сервисный пункт обслуживания выбираю, СПО. И здесь уже свое СПО, которое близко к моему дому. Да, по списку можно будет выбрать. Все, вот здесь вот доставка. Плата за доставку. У меня она 72 рубля, я поэтому не выбираю никакой продукт. Но иногда я могу посмотреть, какие продукты предлагаются вместо платы за доставку. И что-нибудь себе посмотреть. Вот в тот раз я выбрала себе скраб для тела. Не хотелось за доставку платить. Вот можно очищающие салфетки взять, да, за 155 рублей. Мне пока тоже салфеточки не нужны. Вроде бы пока все есть. Вот, то есть можно салфетку, можно плату за доставку поменять на определенный товар. Выбрать их себе и положить. Вот очень, кстати, хорошие салфеточки. Нежность называется. Вообще нежные они. Но я не стала вносить. И дальше можно провести оплату, оплата перед получением выбираете, да. Я, например, оплачиваю через Сбербанк онлайн, тут тоже есть два метода. Или сразу зайти в Сбербанк онлайн, оплатить на свой номер, просто деньги ложу, определенную сумму, да, вот которую мне нужна вот сейчас, 2230, я ее могу положить, и потом обновляю сайт, детали заказа, у меня уже оплата сразу садится, и я завершаю оформление заказа. Но я сейчас пока так делать не буду, я его завершаю, еще раз гляну, ну вроде бы все нормально, все село, да, все. Вот у меня только крем отсутствует, ну ладно, в следующий раз придется мне крем купить. А все остальное, в принципе, все, что я хотела, оно все вошло сюда. По невероятно просто низким ценам, круто. Только на суп мой спаржевый в этот раз нету скидочки. Ну ладно, зато следующий мне придет бесплатно супик. Завершаем заказ. Вот мне придет дата доставки 2 числа. 7 дней будет храниться. И со 2 я уже там посчитаю, да, когда мне лучше прийти за своим заказиком. Приятных вам покупок. С вами была Ольга Соколова. До новых встреч. Пока.